хоккей – игра, в которой нет равнодушных. Мы играем на холодном льду, но чувствуем жар ваших сердец. Мы слушаем тренера на скамейке, мы слышим и вас на трибуне. Мы радуемся победам и знаем, что вы разделите наши эмоции. Мы огорчаемся поражением. Верим, что вы поддержите нас в трудный момент. Наша цель – отдать все силы в каждом матче. Наша задача – бороться до конца в каждом эпизоде. И мы уверены, что вы это оцените. Вместе с вами мы пишем историю великого клуба. Игроки на площадке, болельщики на трибунах, но мы вместе. И вместе мы – единое целое. Мы ЦСКА, мы победим! Красно-синий лед, программа об армейском хоккее. Очередной эфир на канале КХЛ. Всем здравствуйте, и сегодня вы увидите. Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров в форме первой команды. Пока в тренировочной. Не хотелось бы быть каким-то героем, просто хотелось бы трезво оценить свои возможности. Драки – неотъемлемая часть хоккея, а значит, бокс и хоккей – родственные виды спорта. Именно в ЦСКА я по-настоящему раскрылся как боксер. Самая горячая тема последних дней – большой ажиотаж на тренировке ЦСКА. На рядовой, причем тренировке, однако рядовой по факту она не была. Все дело в том, что с первой командой тренируется главный менеджер. Сергей Федоров уже подписал контракт игрока. Начавшего полноценно тренироваться с командой, главного менеджера ЦСКА Сергея Федорова на серии домашних матчей армейские болельщики на льду так и не увидели. Легенда российского хоккея пока только набирает форму, проливая литры пота на занятиях. В желании играть Сергей Викторович всегда мог дать фору любому хоккеисту, но продолжительную паузу в спортивной карьере за несколько тренировочных дней восполнить просто нереально. Те полтора года, которые я не в активном профессиональном спорте, конечно, дались нелегко. Удавалось кататься два раза в неделю, но в связи с должностью главного менеджера клуба не всегда удается, конечно, работать так, как хотелось бы. Но в данный момент есть какое-то желание, знаете, частное желание, есть понятие обстановки в моем любимом клубе. То, что Сергей Федоров приличный для своих почти 44 лет в физической форме, можно не сомневаться. Мастерства ему также не занимать. ЦСКА прекрасно понимает, что Федоров – это реальное усиление состава, иначе тренировки с командой так и остались бы несколькими занятиями для поднятия морального духа коллектива и подогрева интереса к клубу со стороны СМИ. Хотя для большинства нынешних игроков ЦСКА уже одна возможность находиться на льду с личностью такого калибра – событие в жизни, которое останется в памяти на долгие годы. Большие мастера нам никогда не помешают. Мы его ждем каждый день, когда вы его ждете, я не знаю. К сожалению, это не совсем положительная ситуация в связи с нашими травмами. Поэтому не хотелось бы быть каким-то героем, просто хотелось бы трезво оценить свои возможности и физические, и моральные, и посмотреть, что реально нужно команде. О завершении своей карьеры Сергей Федоров официально никогда не заявлял. А это значит, что вероятность его появления на льду весьма вероятна. Причем уже в самое ближайшее время. Тем более, что количество травмированных в ЦСКА не продолжает уменьшаться. Гости с Востока – «Магнитка» и «Нефтехимик». Подробности матчей, как ЦСКА набрал 5 очков из 6. После матча с «Трактором» стало ясно, что защитник ЦСКА Денис Денисов пропустит около месяца из-за травм.
На поединок против «Магнитки» армейцев на лед в качестве капитана вывел Георгий Мишарин. Это уже четвертый человек из стана красно-синих, кому с начала сезона нашивают на грудь букву «Си». Все это происходит не случайно, в ЦСКА эпидемия травм. Капитаны страдают чаще других. Многие тут же поспешили посочувствовать новому вжаку. Однако сам Георгий сходу развеял опасения болельщиков. Да нет, не давило ничего. Это не надо обращать на это внимание просто. И не зацикливаться на этом. Просто выходить, играть, все нормально. Посмотреть за игрой армейцев против одного из лидеров Востока пришли большие гости. Матч своим присутствием почтили прославленные российские боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин. Как оказалось, эти мастера прямого удара мало того, что любят хоккей, еще являются болельщиками армейского клуба. Болею я за ЦСКА, потому что я считаю себя воспитанником ЦСКА. Именно в ЦСКА я по-настоящему раскрылся как боксер. Люблю смотреть хоккей, люблю болеть за наших ребят. ЦСКА – это клуб, в котором, в принципе, я в армии служил, в ЦСКА, можно сказать. Я болею за «Витязь», за ЦСКА, так что пришел сейчас поболеть за ЦСКА и надеюсь, что они будут все лучше и лучше выступать. Правда, в первых двух периодах армейцы не сумели порадовать именитых гостей результативными действиями. Более того, во втором отрезке отличился Сергей Мазякин. Он открыл счет в матче и вновь насолил команде ЦСКА, в которой провел 7 сезонов и состоялся как большой мастер. Игрались армейцы в самом начале заключительного периода. Олег Сапрыкин убежал на рандеву с Василием Кошечкиным и в ближнем бою переиграл вратаря гиганта. С большим удовольствием отмечаем голевую передачу за авторством Дмитрия Огурцова, для которого матч против «Магнитки» стал первым в карьере за основу ЦСКА. Мне в складе в Чехии, я ехал отдельно от команды, я приехал, тренировался утром с командой. Но игра прошла, конечно, для меня тяжело. Первый матч, как бы скорости другие, игра немного другая. Пока вкатился, ну, в третьем периоде хорошо, что там тренерам мне доверяли, как бы, но мне еще работать, чтобы играть в основном составе. Все время матча и овертайм победители не выявили. В итоге булиты, где победу ЦСКА принесли два Ильи. Зубов реализовал свою попытку, а Проскуряков в очередной раз подтвердил, что является непревзойденным мастером по отражению штрафных бросков. Наш вратарь сумел выиграть у нападающих соперника все три дуэли. Как итог, 2-1. Трудовая победа ЦСКА. Все играли, все бились и, в принципе, сыграли все очень здорово от обороны. Не дали практически ничего сделать сопернику. Да, для нас вообще важна сейчас каждая победа, потому что много травмированных ребят, как бы, и ребята все сейчас почувствовать уверенность ребятам, молодым особенно, и все будет нормально. В воскресенье армейцы противостояли «Нефтехимику». В стартовом отрезке самый реальный шанс отличиться был у «Филпулы».
Финн здорово обыграл защитника, но переиграть вратаря гостей ему не удалось. В целом же нефтехимик смотрелся поживее ЦСКА, и первый период вряд ли добавил оптимизма армейским болельщикам. Сколько игр играем через день, очень много игр, и поэтому усталость уже накопилась, поэтому тяжело. Мы всю домашнюю серию очень тяжело провели. Вторая 20-минутка для ЦСКА сложилась куда удачнее. Потихоньку начала оживать атака, что позволило хозяевам отодвинуть игру от ворот Стани, который был главным действующим лицом в начальной трети. Ближе к середине периода активность армейцев воплотилась в голы. Сначала Сапрыкину удался такой хлесткий точный бросок, что шайба после почти незаметной глазу перемещения в воротах нижнекамцев выскочила метра на два. К счастью, судьи заметили, что шайба линию ворот пересекла. А через несколько минут при выходе 2 в 1 Широков попал в дальний нижний угол, удвоив преимущество и тут же послав приветы на трибуну своей семье. 11-месячный сын Сергея на матче КХЛ, кстати, появился впервые. В игре перевес две шайбы можно было считать неплохим заделом, но минут за 7 до окончания основного времени серия совершенно необязательных потерь в своей зоне обернулась для хозяев неприятностями. Нефтехимик воспрял духом. В последние минуты гости почти не выпускали хозяев из их зоны. Наши парни защищались отчаянно, к радости болельщиков. Армейцы сумели удержать минимальное преимущество 2-1, еще одна победа ЦСКА, добытая за счет характера и самоотдачи. Мы выигрываем, мы забиваем на одно больше, чем соперник, так что будем работать. У нас много народ травмированных, так что мы стараемся играть более оборонительный хоккей, потому что много молодых ребят в составе играют. Так что стараемся делать то, что нам говорят тренера, забиваем две, пропускаем одну, это 3 очка, это победа. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. После того, как на прошлой неделе участие в эстафете Олимпийского огня принял главный менеджер нашей команды Сергей Федоров, Олимпийский огонь отправился в Подмосковье, и там ЦСКовскую эстафету подхватил Сергей Широков. Такая большая честь для меня нести Олимпийский огонь в своей родной стране, которая Олимпийские игры проходит в Сочи. Так что, тем более на своей родной земле, Подмосковье, где я родился. Это очень приятно. Что говорили коллеги по команде, друзья? Ну, в принципе, никто еще ничего не сказал, потому что у нас вчера вечером была игра. И, наверное, завтра скажут или сегодня, потому что я постараюсь успеть на сегодняшнюю тренировку. А вы вообще в секрете держали? Нет, ребята знают некоторые. Я считаю, что здесь никаких секретов не должно быть. Если это тебе предоставлен такой шанс, то нечего секретничать. Я, наверное, об этом даже не думал, мечтать не мог, потому что это тот момент, о котором я даже не мог загадывать. Но то, что сейчас мне выпадает шанс, может такой шанс быть раз в жизни, так что я буду этим гордиться, этим моментом. И это для меня большое событие в жизни. Этот выпуск выходит в тот день, когда ЦСКА начинает тяжелейший игровой отрезок. 8 игр за 16 дней, причем 7 встреч на выезде. Разумеется, мы будем информировать вас обо всех подробностях этих матчей, ну и не только об этом. Смотрите «Красно-синий лед». До встречи!